Платежный документ за ноябрь большинство жителей Подмосковья получат в первых числах декабря. А срок выпуска квитанции за декабрь сдвинется на период до 26 числа. Это сделано для того, чтобы жители при желании могли оплатить коммунальные счета до новогодних праздников. Передать показания приборов учета рекомендуется до 15 декабря. Если показания будут переданы позднее, начисления за декабрь рассчитают по среднемесячному объему потребления, а в январе на основании актуальных показаний будет выполнен перерасчет. Обратите внимание, что тех, кто оплатит ЖКУ до 27 декабря, ждут призы. Сделать это нужно через личный кабинет или мобильное приложение Мособл ЕРЦ онлайн. Вы получите шанс выиграть 3999 рублей.